Друзья, всем привет! Вот решил себе пожарить картошечки. Вот она, видите, у меня жарится тут. Картошечка. Начистил целую сковородку себе. Ну, я только ее начал жарить, видите, она еще не подрумянилась, ничего. Только буквально 5 минут назад начал ее жарить. В общем, друзья, пожарим ее и будем с вами кушать. Друзья, ну видите, картошечка уже почти приготовилась. Такая подрумянилась. Аппетитная, красивая, запах обалденный. В общем, хочется прям кушать. Вот сейчас еще немножко ее пожарю. Совсем буквально минут 10, может даже меньше. И все, и можно будет есть. Друзья, ну вот картошка пожарилась. Видите, с пылу, с жаром. Еще пар идет. Вот, сейчас я, короче, буду ее кушать с майонезиком. Налью себе майонез немножко на тарелку. И буду есть. Такая вот, видите, картошечка классненькая получилась. Румяненькая, аппетитненькая. Сам ее почистил, сам ее пожарил. Вот так вот выглядит. В общем, друзья, давайте кушать. Приятного вам аппетита. Сегодня у нас с вами на обед жареная картошечка. В общем, друзья, возьму вот майонезика. Вот такого вот. Немножко на тарелочку положу рядом с картошечкой. И будем с вами кушать, друзья. Хлебушек вот такой вот черный. Во. Чтобы вам была видна картошечка. Буська, как всегда, не дает есть. Видите, такая получилась румяная, зажаристая. Жареная картошечка. Обалденно вообще. Жаль, нет огурцов соленых. Сейчас бы налил бы себе кружечку рассола. Соленый огурчик, вообще была бы тема. Будь ты это кушать не будешь. На тебе, да? Кусочек, ты же все равно не будешь есть. Вкуснятина. Не, вообще классная получилась картошка. Очень вкусная. А еще классно картошка. Мне нравится, когда запиваешь ее томатным соком.
магазинным томатным соком или домашний томатный сок. Вообще очень вкусно. Мне нравится. Ничего обалденного, когда это, допустим, жареная картошка, да, и салат из редьки, там, уксусом заправлять, лучком, это уже тема классная, вкусная. Будь скидан еще одну картошку. Он не голодный, у нее там есть в миске еда, но она все равно, даже вот будет сытая, у нее будет лежать еда в миске, она все равно будет просить еду. А когда начинаешь есть, она все равно начинает просить еду. Часто бывает, ты, допустим, то, что ешь, даешь ей, да, и она не ест. Но все равно будет просить. Вот это такая у нее привычка дурацкая. Буся, да молчи! У тебя же есть твоя собачья еда в миске, иди кушай. Все равно не ешь эту картошку, только просишь. Ну еще майонезика. Майонез Миладора с лимонным соком. Такой вот майонез. Майонез майонезович. Майонез майонезович. Буся, хочу спросить. Да, картошка вкусная, не хватает какого-нибудь салатика к картошке, или томатного сока, или соленого огурчика. Жареная картошечка.
Смотрите, какая она аппетитная. Румяненькая, поджаристая. Просто обалденная. Я тут уже замучила лаять. Это писклявая собака. Буся, замолчи. Друзья, замучила она вас, наверное, уже своим лаем. И лает, и лает. Вот у нее привычка плохая. Буса, хватит лаять. У тебя есть еда, иди кушай. В общем, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем буду очень рад. Все, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Всем пока, друзья.